Здоровенькі були. Ми з вами в Норд-Каролайні. Тільки що пересікли, звісно, гори. Всіх з праздником життя, народ! Якщо ви вперше зайшли на мій канал і вам подобається те, що я роблю, залишайтеся зі мною, будемо путешествовать вместе по Большой Америке. В этой местности сегодня дождик в горах. Ну ничего, нормально, мы же едем в машине, поэтому нам дождик и ни погода, ни почем. Ролик будет такой себе, ни о чем, народ, просто маленький моментик с моего дня. Я почти что уже доехала до дистанции своей, мне еще там полтора часика осталось. Я чуть-чуть проедусь и буду уже останавливаться на ночь. Местное время здесь 2:46 и 77 по Фаренгейту. Кстати, не жарко, потому что дождик и в горах, и нет такой изнуряющей жары, что радует. А если дождик перестанет, уже даже похожу. Я планирую остановиться где-то на зоне отдыха, чтобы можно было походить. Красота. Речка внизу течет, но там нельзя, я не держу телефон в руках, поэтому не смогу вам заснять, но там горная река красивая. И раньше я видела, люди даже на таких вот этих тюбах плыли по горной речке вниз. Жизнь прекрасна, народ. Я вот когда вижу места такие, ну, я часто такие всякие красивые места вижу, понимаешь, что жизнь прекрасна. И вот эти моменты, они ничего не стоят. Можно просто посмотреть, насладиться, и никто у тебя за это деньги не берет, да? Поэтому я делюсь этими красотой, это его с вами. С вас лайки, комментарии. Будет приятно. Походу дождик уже какое-то время, потому что достаточно мокрый асфальт, хорошо мокрый. Мне босс уже нашел груз на Айову назад, так что я завтра разгружаюсь, забираю грузики, еду домой, ну то есть в сторону дома, да. Разгружусь и там чуть-чуть потыркаемся по месту. Будем на выходных. По крайней мере, такие планы. Как будет, если будет Господу угодно, сделаем то и другое. Наша жизнь молода, непредсказуемая, да? Просыпаешься утром и не знаешь, как твой день пойдет. Неделька хорошо, мы ее завершили, неплохо, по нынешнему маркету супер, я довольна, можно работать. Вообще в планах пойти на пенсию пораньше, но это будет видно. 50 надо мне, вот женщины идут в Америке в 65 лет, да? Но пораньше можно в 63. Ну, посмотрим. Получится у меня раньше пойти на пенсию. Будет круто. Купить себе кемперок такой, да? И дом на колесиках, да? И путешествовать. Хотя, вот меня, да, там, путешествую, вот, пожалуйста, не надо и кемперок, да? Не знаю. Такие мыслишки есть, чуть-чуть раньше пойти на пенсию. Ну, посмотрим, как все будет. Посмотреть. Сейчас будем пора въезжать в туннельку. Какие они красивые, эти горы. Летние, зеленые такие.
крыши под дождем. Нормально так проехаться, да? Дядька лысый, ему лысину намоет хорошо. Горная туннелечка. Траковый speed limit 50, ну 50 это по-вашему километра где-то. Быстро ехать не разрешают траков, ну потому что крутая дорога, гора, это для техники безопасности, естественно, чтобы сильно не разгонялись людишки. Ну что, не буду вас долго томить, всем спасибо, кто зашел, нажмите лайк, если вы еще не сделали это. И я к вам вернусь. Спасибо огромное, народ. Я не прощаюсь.